все эти демоны типа Вадимки Шигалова и вот этого вот веселый проктолог или как он там называется, вот они все просто как-то слюной сходят, что ли, по поводу Машиаха. И им не терпится, чтобы красную корову обязательно принесли в жертву. Вот. Ну, этот веселый проктолог, скорее всего, работает на сам Ватикан, да? Вот. А Вадимка, скорее всего, у нас ФСБшник или какой-нибудь там внешняя разведка. Ну, в общем, надо обязательно принести в жертву красную корову. Вадимка каждый раз у него какая-то новая чушь в его башке рождается, или ему кто-то говорит по поводу Машиаха. В последний раз в своем стриме он дошел до того, что Машиах это типа турок, да, вот, короче, что Машиах должен родиться в Оргии. Вот. Потому что там была какая-то секта из 10 человек. Вот. И они, наверное, в Турции, на греческой территории, полутурок, полугрек. И теперь это надо. Наверное, они правильно понимали. Вот это вот все. Танах и еврейское священное писание. Вот. Вывод какой? Ну, Вадимка сделал правильный вывод, что, короче, он точно знает, наверное, по опыту, что всех вот этих агентов, ЦРУ, все такое, их тренируют на секс. Хотя Вадимка, он очень приличный парень. Он не любит, чтобы у него ругались или говорили какую-то порнографию. Ну вот, короче, вернемся к этому. Машиах должен быть турком, и он должен был быть родиться, или он уже рождался турком и при оргиях. Поэтому надо как можно больше оргиях. А вот все эти агенты, ЦРУ и так далее, их тренируют, забывая себя, отдавать всего себя работе. И каждый агент должен уметь соблазнить и спать с человеком, как противоположного, так и своего пола. Вот. Надо отличиться. Вот. Все для страны и для патриотизма, да, Вадимка? А главное, для правды. Вот. Так что, Вадимка Шигалов, я все жду, пока ты начнешь раздеваться на своих стримах. Они у тебя, сука, скучные. Вот. Также у тебя там есть твой дружок Бобровз. Вот. Мы знаем, что бобер это у нас кто. Нам Мел Гибсон-то рассказал. Он тоже у нас большой специалист в евреях. Что бивер это у нас, короче, вагина волосатая. Вот. Поэтому Иван у нас очень специализируется на женщинах. Но женщины должны спать с Иваном по-честному, без всяких денег. Он им покупать ничего не будет, ясно? Вот так. Вот так, ясно? Поэтому у нас Иван всегда, всегда приглашает на свои стримы и сам встречается не с испанками, не с русскими, не там не с эстонками, не с литовками, а именно с украинками. Они у нас самые бескорыстные. Вот одна к нему приходила на стрим недавно. Она ему говорила, что это все потому, что тело неосознанное. Тело неосознанное и неосознанное. А вот если бы тело было осознанным,
то было бы по-другому все. Вот. И там еще у него другая была тоже богиня незалежная. Вот. Короче, она говорила, что надо поехать на ретрит. Ну, это как курорт, но только там люди пьют айваску и там, короче, бухают и тоже занимаются сексом, беспорядочными половыми связями. И это важно для духовного просвещения. Ясно? Вот. Вадимка не даст соврать.